Представити наших шановних консультантів, наших шановних професорів. Це експерти, професори медичної академії з анестезіології Клігуненко Олена Миколаївна, завідувач кафедрою, і завідувач кафедрою інфекційних хвороб, професор Шостакович-Корецька Людмила Романівна, вибачте. У нас є консультант, завідувач пульмонологічним відділенням Майсеєва Любов Володимирівна, і у нас є завідувач лабораторії Філіпова Євгенія Вікторівна. Представляю учасників на тому боці. Першотравенська міська лікарня, Турчак Тамара Вікторівна, головний лікар, і Кам'янська міська лікарня, номер 7, начмет Касюра Ольга Леонідівна. Та 8 не падає, сатурація не менше 96. Находяться вони на кислородній терапії чи ні? Ні. І температура, сатурація від 95 до 99, ніже не знижалась. Пациентка первая, которая поступила 3 апреля, женщина 61 год ей, 56 года рождения, значит, поступила она с диагнозом пневмония правосторонняя нижнедолевая, сахарный диабет, сопутствующее заболевание, и была подозрение, мы ее обследовали, COVID подтвердился. Если рентгенологическое подтверждение, то не менее 7 дней. Вот, и вы смотрите рентгенологически, какая картина, и дальше решаете вопрос, продолжать или не продолжать. В принципе, все лечение от таких больных, если есть пневмония, это уже средне-тяжелая форма. Так? Больным высоколихорадящим, когда начинается высокая лихорадка выше, чем 38,5, вы начинаете назначать, скажем, внутривенно в виде инфугана, а далее вы можете продолжить применение его по 500 мг 2 или 3 раза в день в таблетированной форме. Таким образом, вы уходите от пика гипертермии, а процесс воспаления вам виден по формуле крови. Часть теста у нас есть, но надо завершающий этап доработать. Полностью уже прошли все комиссии. Я уверен, что мы все вместе победим и сделаем все возможное, чтобы мы обязательно одной семьей в эту сложную минуту могли сработать так, как положено. Им нужны знания, которые дадут возможность лечить людей. Транспортировка нашей больной показала, что зачастую этим людям надо оказывать помощь на местах. Они очень плохо переносят, показатели жизнедеятельности снижаются. Не подвергать их такому риску, и только тяжелых, кому надо будет оказывать помощь в полной мере. Мы должны эту помощь давать больнице Мечникова. Именно реанимационные больные, именно тяжелые больные, которые попадут в настоящую беду, и по-человечески надо их будет вести всеми силами в наши стены. Все другие обязательно должны лечиться по месту жительства, в базах, которые определены министерством, а мы будем при необходимости посылать специалистов и с помощью телевидеоконференции помогать таким людям совместно с профессорами обязательно вылечиться.